125-летие Новосибирска, масштабное озеленение районных скверов, благоустройство 200 дворов. Сегодня подвели итоги работы ветеранских организаций. Один из основных проектов – эстафета патриотизма поколений. Патриотическая акция продлится до юбилея Победы. Более 5000 мероприятий проведено, а вот охват новосибирцев, ну, наверное, там уже за сотню тысяч. То есть вот такие масштабные мероприятия проводятся. Кроме того, ветераны ставят вопросы непосредственно лекарственного обеспечения, социальной помощи, попавшим в сложное положение, будь то ветераны или инвалиды. Поддержку продолжит оказывать ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Активно займутся и благоустройством общественных пространств не только в районах, но и скверму Монумента Славы. Проект важный, ведь через пару лет в стране будут отмечать 75-летие победы над фашизмом. Благоустройство Монумента Славы выбрали сами новосибирцы во время рейтингового голосования весной этого года. Большинство с разных районов, со всех районов голосовало за то, чтобы реконструировать вот монумент славы. Это правильно, потому что обветшал несколько, а патриотическая работа без этого монумента невозможна. Поэтому первый вопрос, на который мы отвечали и в котором будем участвовать, это вот реконструкция монумента славы. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!